Город Березники стал победителем конкурсного отбора Министерства образования и науки Пермского края. Конкурс был организован в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Кванториум именно под таким названием будет работать новое пространство интеллектуальной смелости. Это среда для ускоренного развития технических способностей детей. Здесь будут организованы все условия для формирования изобретательского мышления с применением новых технологий. В программу Кванториума будут входить тематические обучающие мероприятия для школьников, игровые и образовательные квесты, мастер-классы, интерактивные программы. Новый технопарк станет центром освоения естественно-научных, математических, информационных и технологических дисциплин, что непременно повысит уровень образования в городе.